Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий находится с рабочей поездкой в итальянском регионе Ломбардия. Там проходит всемирная выставка «Экспо-2015». В ходе поездки губернатор презентовал экономические возможности нашей области, рассказал итальянским бизнесменам о мерах государственной поддержки при вложении инвестиций. Владимир Городецкий отметил, что в Новосибирской области и Ломбардии есть хорошие перспективы для сотрудничества. Итальянские предприниматели, ученые и деятели культуры проявляют интерес к нашему региону, в частности, регулярно посещают Сибирь. Итальянский деловой форум.